Крупнейший белорусский застройщик компания «Дана Холдингс» представила возможности строительного и инвестиционного рынка нашей страны на международной выставке в Киеве. Речь, в частности, о вложениях в коммерческую недвижимость, что является одним из самых доходных способов на рынке, а также о практике содействия семьям в строительстве жилья в престижных современных жилых комплексах. За два дня проведены многочисленные переговоры и встречи. Об их итогах наши корреспонденты. Какими будут города, их жители, каким бизнесом они будут заниматься. Профессионалы изучают тенденции и опыт друг друга. Ярмарка недвижимости – крупное ежегодное событие. Участвуют более 20 компаний со всей Европы. Белорусскую недвижимость представляет компания «Дана Холдингс». Богдан Городинский ведет бизнес в промышленном строительстве. Собирается сменить профиль и воспользоваться белорусским опытом. Масштабы впечатляют очень. Видно сразу, что компания серьезная. Занимает, наверное, первые места в Беларуси по объемом, масштабом строительства. Очень впечатляет архитектура. Дизайн необычный. Сразу видно, что мы уходим от прошлых стандартных домов, строений, зданий. Поэтому это как произведение искусства. Больше уже на Дубае похоже. Стенд компании вызывает интерес у игроков финансового рынка. Иностранные компании выбирают способы инвестирования в Беларусь. Формат перехода на наш рынок. Партнер украинской IT-компании интернет-агрегатора SpecGo Алексей Нестеренко выбирает площадку. Коммерческая, она более востребована. Это коммерческая составляющая, это возможность рефинансировать, получать финансирование, то есть расположить какой-то офис. Тем более я слышал о инициативах вашего президента по поводу развития IT-индустрии, снижения налоговой ставки на IT-разработку. Компания, которая представляет потенциал страны в строительстве, на многих международных форумах предлагает партнерам уникальные для Европы многофункциональные комплексы. Одним из них является многофункциональный комплекс «Минск Мир», который будет состоять из более 20 кварталов, в котором будут созданы все комфортные условия для проживания и ведения бизнеса. Наши покупатели, они хорошо защищены на законодательном уровне в Республике Беларусь. «Дана Холдингс» – одна из немногих европейских инвестиционных и строительных компаний, которая в 2018 году вошла в список World Finance Top 100. В этом рейтинге лишь компании, показывающие самые высокие результаты в своей сфере деятельности и способствующие активному развитию отрасли. В дни работы киевской выставки в Минске стартовали продажи уже в 7-м квартале комплекса «Минск Мир Евразия». Это квартира в 21-этажном доме «Москва». Все свободные планировки площадью от 28 до 75 квадратных метров. Что бы ни строила компания, это делают прежде всего для людей. Удовлетворен клиентов – ключевой критерий, отмечает эксперт Дмитрий Кулибаба. Много лет сотрудничающий с белорусским девелопером. На рынке Украины «Дана Холдингс» работает уже 40 лет, учредила многие частные заводы. В 96-м возвела памятник княгине Ольге и хорошо знает рынок, на котором представила самый большой проект в Европе – комплекс «Минск Мир» в Беларуси. Наше сотрудничество с компанией прежде всего сосредоточено на личном контакте, личном сотрудничестве с Драгомиром Каричем, который один из ведущих экспертов и лидеров рынка Сербии. Часто сотрудничаем в гуманитарной сфере. Бизнес без социальной составляющей, он невозможен. Как раз в Киеве Драгомир Карич был основным из фундаторов одного из лучших памятников Киева. Это называется памятник четырем святым. Социальная ответственность компании – это и помощь тем, кто хочет приобрести свое жилье. Компания представляет такую возможность всем семьям, которые получают доход. Предлагаются уникальные выгодные финансовые инструменты для приобретения недвижимости. Это и беспрецедентная рассрочка до 10 лет от застройщика без справок и поручителей, и партнерские программы банковского кредитования с самыми низкими процентами. И пока зарубежные инвесторы приглядываются к новостройкам Минска, белорусские покупатели могут купить квартиру прямо сегодня. Получим ценам и с лучшими условиями. Алексей Кряквин, Александр Автухов. Наши новости. Украина.